might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat. Мы вместе с Party Vision сегодня в Чапаев бар и находимся на первом автопати Нового года. Я думаю, что сегодня здесь будет весело, потому что ребята приготовили очень большое количество сюрпризов. Давайте же посмотрим, что здесь, как, какие люди, в общем, чем его едят. Пойдемте. Waiting for the fire to light, feeling like we could do. Человек, который не понаслышке знает об этом заведении, и скажи, пожалуйста, в двух словах, что для тебя Чапаев бар? Это новое начинание, скажем так, больше. Новое начинание в культуре автопати, поскольку есть немногие заведения, о которых можно сказать, что это хорошее. Да, насчет автопати. Есть заведения, которые прославились, работают, но работают только по одной причине. По той причине, что некуда больше сходить нашим людям, понимаете? И то, что сегодня ребята здесь сделали, да, в том числе шестов, это только можно поаплодировать. Уже утро, уже, по идее, нужно спать. Но вы здесь, почему? Почему в Чапаев? Потому что это лучший Чапаев, лучший автопати в Москве, которое должно быть. Три критерия, которые ты можешь определить, что вот сюда нужно приходить. Первое – качество публики. Второе – лучшие диджеи. И третье – дружеская атмосфера. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Yeah. А если бы ты придумал рекламный слоган для Чапаев бар? Чапаев бар – это… Это лучшее из автопати. Это правда лучшее на сегодняшний момент. Чапаев бар – это… Forever! Сила. Это жара. А Чапаев бар – это… Автопати. You go, waiting for the fires you light, feeling like we could do right. На самом деле, хотелось бы побывать за барной стойкой, что-нибудь увидеть, посмотреть, как работают настоящие бармены. Во всяком случае, мне сказали, что здесь работают реальные профессионалы. Пойдем. Скажи, пожалуйста, вот сегодня что люди пьют на автопати, на первом автопати после Нового года? То же самое, что и всегда, лонгайл и шотики. У тебя всегда заготовлены какие-то сюрпризы для всех тех, кто приходит сюда? Да. Ну, вот, например, навскидку скажи, что может быть такого прям необычного, чтобы твоя короночка какая? Шоты с фруктами, ну, на свежих фруктах, сумасшедшие степи у нас есть. Я вообще первый раз здесь вот все такое штуки. Никогда не пускают в заведениях, а за барную стойку в Чапаеве нас пустили. Это хорошо. Слушай, а если я сейчас дегустатора побуду, это какой-нибудь шот? Ты можешь даже сам себе налить. Ха! Ха-ха! Я могу сам себе налить! Слушай, это прям кайф. Сам себе пришел, налил. Впервые я как корреспондент Party Vision могу насладиться нормальным сервисом, нормальным отношением бармена. Твой любимый коктейль, который у тебя получается лучше всего? Борода. Борода? Борода. Борода. Сегодня ты здесь рано утро на автопати. Почему? Потому что, во-первых, это шестов, это музыка и Чапаев. С первого дня мне просто в душе. Чем тебе нравится? Три критерия. Во-первых, помещение. Само по себе оно идеально подходит к автопати. Второе. Команда диджеев, которая подобрана, она не то что профессиональная, я просто ручаюсь сам лично за всех диджеев. Третий. Самая позитивная атмосфера. Мне очень понравилось, что здесь очень много красивых людей. Скажи, пожалуйста, что люди в 2014 году едят по автопати? Сегодня будет качественный дип, качественный дип. То есть все те, кто сейчас наслаждаются всем своим телом, все своими фибрами, всеми своими мыслями, они с тобой в дип-атмосфере. Нет, ты прав, брат. Ты считаешь, что в Чапаеве бар, Чапаев бар – это кайф? Чапаев бар – это лучшая автопати, реально, лучшая автопати Москвы. Я думаю, на ближайшие года 3-4-5 точно. Что тебе больше всего приглянулось? Если честно, пойдемте покажу. Я не знаю, куда она меня ведет, но куда-то она меня ведет. Больше всего мне приглянулась вот эта вот телочка.
Не знаю, как вам, а мне очень понравилось здесь. И просто по рассказам, ребята, я сам воочию увидел. Во-первых, бармены крутые, атмосфера крутая, интерьер крутой. Чапаев бар может завоевать Москву и в автопате, и просто потому, что он весомый. Ладно, я прощаюсь, я здесь остаюсь. Пока-пока.